вас недельный прием, находится, делитесь желаниями, отражениями на тему сегодняшнего евангельского прочитания. Несмотря на то, что за 2000 лет основания христианства в себе целая такая глубокая церковная история, литургики, богословские дисциплины, мы помним, что под духом всего является евангельский принцип. Сегодняшний евангельский текст говорит нам про принцип удячности. Важную подзею в житті кожного нашого. У нас встреча с Господом, например,
пытается, называется, чтобы это встреча, разумова. И Господь говорит, что мы это хорошо спасли. То есть, когда я сейчас вернулся про одну религию, где важно изъявляется створение стихов, он же должен человеку. Вот эта встреча, она важна. В жизни Божьей для нас власть, само решение власти, не важно как. Была вот такая вся встреча, такая применила нас, изобила и человек. Ну и когда уже завершать, такую мы можем заменить моральное слово от этого текста. То есть мы, когда дети, нас всех учат быть людьми уйдящими. Да? Нас учат оказаться дьяконом, дьяковать за род его жизни. Почему многие из нас расстались людьми злыми, некими такими злованными, неветивыми, некими такими засороженными людьми? Почему это вот Виктор все равно у нас не развивается? И вы скорее вспомнить Евангелие Христово, что люди будут верить, что вы мои ученики, и мы желаем быть любовью. Чем проявляется это у нас? Она проявляется тем, что мы являемся адекватными людьми, некими собравателями, и боимся ранить подарунки, какие могут быть добродушными соседями. И это все из проявления этого разума, взящества. Thank you.